Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Что такое буллинг? Что делать, если ваш ребенок подвергся травле в школе? Какая работа проводится по недопущению и профилактике данных фактов? Об этом и не только, а также происшествиях в области смотрите в нашем выпуске. Одним из объективных критериев психического здоровья общества является показатель суицидальной активности. Известно, что под суицидом подразумевается результат действия, преднамеренно начатого и совершенного человеком с полным знанием или ожиданием фатального исхода. Очень часто наши дети и родители путают обычный простой конфликт, который случается, да, между детьми, и действительно сам по себе буллинг. Хотелось бы уточнить, да, что конфликт – это такое явление разовое. Да? То есть дети между собой что-то не поделили, что-то там, да, поссорились, поспорили. Проходит маленький промежуток времени, и они продолжают дальше между собой общаться. В то время как буллинг – это такое достаточно затяжное явление. И он имеет как бы свои критерии, такие как четкая намеренность, регулярность. То есть если мы периодически поругались, помирились, то при буллинге эта система идет регулярная, да, это регулярная травля, какие-то неприятные моменты. Далее, если брать в сравнении с конфликтом, конфликт это, ну, чаще всего он равный, то есть в нем участвуют равные между собой по силам люди. При буллинге обязательно есть неравенство сил участников. То есть тот, кто подавляет, он всегда и в моральном, и в психологическом, и чаще всего даже в физиологическом состоянии, он сильнее, чем кто является жертвой. Ну и есть устойчивые роли. То есть если при конфликте кто-то сегодня выиграл, завтра он проиграл, то при буллинге жертва, она всегда остается одна, неизменно, и этот на протяжении всего процесса, до тех пор, пока сам процесс будет не остановлен. Травля или буллинг – агрессивное преследование одного из членов коллектива, особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива. Всегда встает самый главный вопрос, да, как предотвратить и пересечь буллинг. Существует такое понятие, как нулевая толерантность к травле. То есть что это такое? Это то, когда не только школа, но и семья, и общество в целом говорят об этом в открытую. То есть не где-то это скрывается, да, и потихоньку за углом это обсуждается, а когда об этом говорят открыто. Не просто говорят, а обсуждают это достаточно серьезно, обсуждают последствия, обсуждают признаки. То есть для того, эта информация, она должна быть в первую очередь доступна. И вот только при наличии вот такой доступности, да, возможность предотвратить весь этот процесс, она очень-очень-очень увеличивается. Естественно, наше государство тоже каждый постоянно, скажем так, да, делает какие-то, предпринимает шаги для того, чтобы этот процесс приостанавливать. Вот сейчас в каждой школе, да, по крайней мере в нашей школе есть вот такой вот предназ, с QR-кодом, к которому может подойти ребенок, отсканировать его и поделиться своей трудностью, да, написать, да, что какие трудности у него есть. И там срабатывает целая система оповещения, когда и администрация школы, и есть в этом необходимость, уже непосредственно родители оповещаются о том, что у ребенка есть определенные трудности. За 8 месяцев этого года, согласно статистике, в регионе зарегистрировано 11 фактов суицида среди несовершеннолетних. К сожалению, 8 из них – завершенные. В прошлом году было столько же фактов, только завершенных было 7. По инициативе руководства департамента полиции в новом учебном году с 7 по 9 сентября было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная школа». Цель – профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них, а также суицида. В
ходе мероприятия было проведено анонимное анкетирование с охватом 41 тысячи школьников и более 4800 студентов колледжей. В результате в криминальную полицию было направлено 79 оперативных сообщений, два подростка поставлены на учет. Причиной суицида является психологическое состояние подростков, быстрое взросление, психосексуальное развитие, гормональная нестабильность, возможные первые влюбленности, изменения внешнего облика. Все это может быть связано с проблемами, которые трудно разрешить взрослому человеку. Поэтому родителям необходимо быть всегда в контакте с ребенком, отмечают специалисты. В меру того, что они все равно еще дети-подростки, они самостоятельно с этим не могут справиться. Поэтому все, что касается самореализации, это в первую очередь работа родителей и работа школы. Да? То есть, чтобы ребенок себя мог найти. Если в школе этот процесс можно организовать там, за счет кружковой, допустим, да, работы, там, ребенка устраивают в спортивные секции, еще где-то он может практически показать свою реализацию, то дома там уже должны родители искать какие-то пути для того, чтобы ребенок мог себя реализовать, показать, что у него есть какие-то таланты, что он особенный, что он не такой, там, допустим, как все, и тем самым повысить его самооценку. Сам процесс травли, он очень сложный. Он, опять-таки, сложен тем, что очень сильно задевается самооценка, да, ребенка. Он чувствует себя ненужным, он чувствует себя не таким, как все. И вот этот процесс ненужности приводит к тому, что он начинает понимать, ну, если я никому не нужен, зачем мне тогда жить? И, соответственно, это да, это очень такой большой провоцирующий фактор для того, чтобы ребенок, возможно, вступил на этот поступок, да? Совершил этот поступок. Также, если этот, допустим, буллинг длится на протяжении долгого времени, это, естественно, вызывает сначала стресс, а потом это потихонечку заходит в длительные затяжные депрессии разных форм, которые сложно, допустим, определить с первого, ну, так, на взгляд визуально. И нельзя сказать, что, конечно, исход всегда только суицидальный, но риск очень высокий. В настоящее время действующее законодательство уже предусматривает административную и уголовную ответственность за деяния, совершенные в виде буллинга или кибербуллинга, как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых граждан, в виде клеветы, оскорблений, доведения до самоубийства и так далее. При этом выше представленные нормы работают в частном или частно-публичном порядке, поэтому для возбуждения уголовного дела необходимо заявление самой потерпевшей стороны. В эти дни в Таразе активно ловят должников. В областном центре проходят рейдовые мероприятия. Сотрудники городского управления государственных доходов, частных судебных исполнителей и сотрудники административной полиции батальона города Тараз выявляют тех, кто имеет задолженности по налогу на транспортные средства. Физические лица платят налоги по месту жительства. Оплату можно осуществить с помощью банковских карт в отделениях банка второго уровня или банкоматах и платежных терминалах. А также оплатить можно через мобильное приложение «Есалы Казамат». По состоянию на 13 сентября по городу Тараз налоговая задолженность по транспортным средствам составляет 369,2 миллиона тенге. В целях борьбы с должниками в городе проводится ОПМ «Борышкер-2023». В ходе проверки сотрудники полиции остановили нескольких водителей с помощью сканера. Также по ходу мероприятия полицейские сотрудники узнают, заплатил ли водитель налог или уклонился от него, пробив госномер автомобиля из базы с помощью планшета. В случае выявления должника его транспорт водворяется на штрафстоянку. За время проведения ОМ было выявлено 5 должников. Им было вынесено предупреждение. Напомним, что согласно статье 35 Конституции Республики Казахстан, уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого гражданина. Информацию о налоговой задолженности можно узнать на сайтах kgd.gov.kz и gov.kz. Безопасность учащихся в центре внимания. В Жамбылском районе по плану выполнены работы по установке камер видеонаблюдения, турникетов, охраны и ограждения во всех учреждениях образования. А в новом учебном году видеонаблюдение 23 средних школ, 3 детских сада, в которых обучаются более 700 детей, интегрировано непосредственно в районный отдел полиции. Сотрудникам полиции была выделена специальная комната для наблюдения за 650 камерами. В случае инцидента бдительный сотрудник приступает к работе. Оперативное управление в очагах образования функционирует круглосуточно. В школах установлена кнопка СОС для оперативного общения с сотрудниками полиции.
Согласно плану, на втором этапе камеры видеонаблюдения установлены в 23 школах района. Сейчас ожидается, что еще 7 школ будут подключены. В общеобразовательных учреждениях выставлено 1107 камер. В 13 средних школах есть специализированная служба охраны. Однако руководитель районного отдела образования говорит, что ответственность за безопасность ребенка несут и родители. Камеры устанавливаются в целях безопасности и воспитания детей. Родители тоже принимают в этом участие. Это делается во благо детей. В центре внимания работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций. В этом направлении в 39 школах района действует система оповещения. Работа по обеспечению безопасности учащихся будет продолжена до конца учебного года. Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в рамках комплексного плана на 2023-2025 годы при проведении международной операции «Канал Перехват» в ходе обысковых мероприятий территории дома в огороде у 48-летнего жителя города Тарас обнаружены 24 ухоженных куста растения каннабис общим весом 24 килограмма 300 грамм. Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 300 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Также во исполнение комплексного плана борьбы с наркобизнесом и наркоманией сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках УПМ «Карасара-2023» в ходе реализации оперативной информации на открытом участке на окраине города Тарас среди бытового мусора найден пакет, внутри которого обнаружено и изъято оружие и боеприпасы. Среди оружия были двухствольные гладкоствольные охотничьи ружья марки ИШ-17 калибра 16 мм, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки ТОС-Б, газовый револьвер, 30 патронов калибра 5,45, 4 патрона калибра 16 мм, 12 травматических патронов калибра 9 мм и бронежилет. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 Уголовного кодекса. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. В Жамбылской области задержали 50-летнюю жительницу за организацию притона и сводничество. В рамках УПМ «Стоп Трафик» сотрудники УБОП департамента полиции при реализации оперативной информации выявили кафе, где клиентам за деньги предлагали интимные услуги девушек. В организации незаконной деятельности подозревается администратор увеселительного заведения. В отношении 50-летней женщины начато досудебное расследование по статье 309 части 1 Уголовного кодекса «Организация или содержание притонов для занятия проституцией». Задержанная дала признать показания. В настоящее время отпущено под обязательство о явке. Вещественные доказательства в виде денежных средств и мобильного телефона изъяты. Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» продолжилось и в этом году. Основная цель УПМ – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепление у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах. Дети пошли в школу, поэтому первое время они будут невнимательны на дорогах. В связи с этим полицейские в усиленном режиме следят за движением на дорогах. Железная дорога также считается очень опасной зоной для детей. Линейный отдел полиции станции Тарас предупредил об этом родителей и детей и разъяснил правила поведения возле железнодорожных путей. В первую очередь школьники не должны приближаться к вагонам на железной дороге и должны соблюдать дистанцию в 5 метров, а также пропускать встречные поезда. Дети – наше богатство, и каждый из нас несет ответственность за жизнь своих детей, поэтому родителям, учителям и сотрудникам полиции лучше постоянно напоминать детям о правилах дорожного движения. Ведь быть осторожным не стыдно, говорят эксперты. Коллективы полиции департамента Тарас станция жилищных полиции. Линейным отделом полиции по станции Тарас департамента полиции на транспорте МВД Республики Казахстан с 27 августа по 30 сентября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Цель мероприятия – предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних, а также их профилактика. Добавим, что мы говорим о соблюдении правил безопасности на железной дороге. Родителей предупреждаем, чтобы их дети не остались без присмотра. Отделом полиции Таласского района разыскивается без вести пропавший Кузьмищев Андрей Евгеньевич, 1962 года рождения. Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные. На момент ухода был одет трико черного цвета, рубашка клетчатая, галоши черные. Особых примет не имеет. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.
Управление криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области долгое время разыскивает без вести пропавшего 37-летнего жителя города Тараза. Исмана Фархот Набижанович, 1986 года рождения. 2 апреля 2006 года примерно в 18:00 часов вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, брови дугообразные, глаза темные, спинка носа прямая, уши прилегающие, подбородок выступающий. Особые приметы: на спине в области поясницы имеется шрам. Был одет кофта желтого цвета, спортивная олимпийка синего цвета, джинсовая короткая куртка синего цвета, на ногах кроссовки белого цвета. Если вы располагаете какой-либо информацией о данном гражданине, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 102. И на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами и напоминаю, будьте бдительны и осторожны.